Друзья, всем привет! Сегодня видео такое будет одним дублем. Я надеюсь, что не буду его монтировать. Все как на духу хочу вам рассказать. Иногда философствую, иногда какие-то мысли интересные приходят. И они, я уже заметил, судя по вашим комментариям, пересекаются с вашими вопросами. Поэтому постараюсь озвучить тему разговора. Многие интересуются, где же, собственно, другие артисты, которые недовольны происходящим. И перед тем, как мы начнем беседовать, я хотел бы сказать, что у меня есть телеграм-канал «Дан Запашный Лайв», где я выкладываю тоже интересные публикации, которые здесь нельзя выложить в силу разного формата. Дан Запашный Лайв, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. И мне также интересно ваше мнение о таком формате видео. Если вам нравится, ставьте лайк, если не нравится, ставьте дизлайк. Ну, а вообще я буду рад, если вы напишите какой-то комментарий, я пойму, что вы хотите, может быть, узнать или, может быть, какие-то пожелания. Вот, друзья, значит, полтора года назад в компании «Росгосцирк», как вы знаете, Сергей Григорьевич Беляков начал этой компанией руководить, вот, и за его период руководства больше 300 сотрудников уволено. Об этом уже не раз снимали в разных новостных источниках, разные агентства об этом рассказывали, у меня брали интервью, у других артистов брали интервью, целые коллективы, друзья, расформировываются, люди также имеют детей, там, семьи и так далее, остаются без работы, у них есть также животные. Вот, и, собственно, что же за такая ситуация, почему только мы практически об этом говорим? Друзья, я хочу вам сказать то, что подобных инцидентов раньше в принципе не было, ничего подобного не происходило, и даже в судебной практике, как наш адвокат сказала, не было таких случаев, чтобы можно было на них опираться, и, ну, мы такие первопроходцы, можно сказать. Из-за этого у многих сомнения, многие люди творческие, они впадают в депрессию после происходящего. Также хочу отметить, что у многих артистов основная работа, вот то, что они выступают, то, что они показывают в манеже, и они этому посвящены. То есть они полностью погружены в свою деятельность и не изучают особо трудовые свои права, то есть трудовой кодекс и так далее. И я, если честно, тоже этим пренебрегал. Вот как только начались у нас все эти разборки судебные, пришлось кое-что подучить, и я более или менее уже подкован в своих правах. Но так получается, что компания «Росгосцирк» старается избавиться, как вы уже поняли, от большого количества артистов. Почему это происходит? Ну, опять же, потому что хотят сделать меньше нагрузку финансовую на компанию. У артистов есть животные. Животные, часто приобретенные за свой счет, так же, как и мы это делали. Люди стараются покупать все необходимое для своей работы, потому что в компании «Росгосцирк» часто, друзья, финансовые проблемы были, особенно за последние 12 лет, когда поменялось 8 генеральных директоров. То есть, ну, вот представляете, да, получается, сколько там, года по полтора люди сидят на этой должности, занимают эту должность, точнее, наверное, правильно так сказать, там полгода уходит, наверное, чтобы разобраться в этой системе, аудит там проходит и так далее, пустые рублевые счета, валютные счета пустые, вот, и номера-то нужно поддерживать, ведь основной источник дохода – это, конечно же, артисты с их номерами, с выступлениями, собственно, это и собирает деньги для компании. Вот, костюмы не приобретаются, реквизит не приобретается, животные не покупаются, и артистам, как и нам в том числе, говорилось о том, что, ну, купите, мы вам потом обязательно все это оплатим. Потом человек уходит, приходит новый, мы к нему, там, собственно, обращаемся, говорим, что вот такая история, мы животных за свой счет купили, там реквизит за свой счет купили, костюмы купили, нам все это дело не оплатили. Вот, и, собственно, пожалуйста, давайте что-то придумаем. Да-да, хорошо, сейчас мы дела наладим, и, ну, в общем, вот так вот опять там меняется генеральный директор, и вот таким образом в компании «Росгосцирк» большинство животных принадлежат, собственно, самим артистам. Они не покупают, как и мы не покупаем, сверх того, что положено, когда создается вообще номер, подается сценарная заявка, ее одобряют или не одобряют. Ну, если ее одобряют, соответственно, там штатное расписание открывается, поголовье для животных, там, для каких-то конкретных видов, там, не знаю, собаки, верблюды, там, шимпанзе, открывается рацион, помощники в штатном расписании, обязательно у вас там должны быть там единицы артиста, руководители и так далее. А также каждому номеру есть паспорт. Паспорт номера, в котором значатся ваши трудовые обязанности. То есть я, как человек, который работает с животными, руководствуюсь вот этому паспорту, там перечень есть трюков, которые я должен во время своего выступления показывать, то есть вот это взаимодействие именно с животными, в чем и заключается моя работа. Кстати, вот когда нас восстановили в феврале,
И в марте этого года, вот почему, собственно, получилось так, что нас формально восстановили. Дело в том, что мы не были, условно говоря, допущены к работе, то есть даже не то, чтобы допущены, для этого не было ничего сделано. На бумаге отменили приказы о нашем увольнении и не предоставили нам нашу работу, то есть мы не предоставили нам возможности выполнять нашу работу, наверное, правильно вот так вот. И что из этого выходит, друзья? То есть мы 8 месяцев не можем добиться того, чтобы решение суда было выполнено в полной мере, то есть ну, предполагается, что мы должны быть в том состоянии, в котором были до увольнения. Наши животные не поставлены на довольствие, мы их кормим с 12 ноября 2021 года за свой счет, это вы тоже все знаете. Некоторые товарищи заявляли о том, что все это неправда. Пришлось обращаться к сенатору Оренбургской области Елене Владимировне Афанасьевой. Спасибо вам большое. Елена Владимировна, был запрос в администрацию, потому что говорили, что у нас администрация города кормит, там, в общем, город кормит. Это все неправда, друзья, есть бумаги в телеграм-канале. Кстати, я эту информацию, эту бумагу, документ выложил. Вот, соответственно, вот идет борьба, до сих пор идет борьба, 8 месяцев не выполняется вот это решение судебное. Завтра у нас 3 число, наверное, вы посмотрите 3 или 4 ноября это видео. И я очень надеюсь, что, собственно, спор сейчас судебный идет с приставом. Пристав закрыла производство по маме, по мне тоже хотел. Адвокаты наши с ней начали разговаривать, она в отказную. Я не знаю, почему так получилось. Вон, Бонька у нас тут ходит. Я говорю, точно будет нас это самоотвлекать. Вот, Бонька, не мешай. Ну, вон, иди пока посиди там. Посиди. Вот. И что получилось? То, что пришлось подавать в суд. Вот. И, по идее, завтра должно быть заключительное заседание. Вот. Если все... Бонь, иди на место туда, бегом. Давай, запрыгивай. Давай. Бегом. Вот. Надо закругляться, быстрее делать этот ролик, иначе она не даст мне вообще ничего договорить. Вот. Если завтра мы выигрываем суд, я очень надеюсь, то тогда пристав будет обязана, соответственно, выполнить свою работу и заставить руководство компании «Росгосцирк» поставить наших животных на довольствие, то есть тут полностью, чтобы все было как до увольнения, открыть вот этот штат, чтобы наши ребята, которые работали, могли официально снова быть устроены на работу, нам должны дать репетиционный период и так далее. Что происходит? Почему все молчат? Люди реально боятся как бы попасть под раздачу, те, кто находится еще в компании «Росгосцирк». Раньше, мне кажется, ну, даже лет там, 15-20 назад больше какое-то вот такое цирковое братство было. То есть люди друг друга защищали, больше это походило на какую-то цирковую семью. А сейчас я вижу, что все разрозненные, все думают только о себе и просто боятся высказываться. То есть нету никаких позиций у людей, все настолько, знаете, как крепостные крестьяне получается. Все настолько запуганы и все смотрят. Мне многие звонят, спрашивают, там, как дела. Там и все такое, причем звонят часто, когда уже самих увольняют, что там надо делать, вот, и все внимательно наблюдают со стороны тихо о том, как у нас, ну, наблюдают, собственно, в каком положении мы находимся, выиграли, не выиграли, то есть вот как-то так это все проходит. Народные заслуженные артисты, которые раньше подавали пример многим, то есть с ними считались, они авторитеты были в нашей цирковой индустрии, с ними считались генеральные директора и так далее, потому что за ними стояли обычные артисты, сейчас тоже никак себя не проявляют, а некоторые даже участвуют в том, что подписывают документы в угоду руководству, где обозначают, что уволенные артисты номера не соответствуют там, высокому художественному уровню, что как бы ценности в номерах нет, что далеко не всегда является действительностью. К сожалению, такие вещи, друзья, происходят. Очень жаль за всем этим наблюдать. Я очень надеюсь, что справедливость, конечно же, восторжествует, потому что многие люди действительно впадают в депрессию. И у меня ступор был, когда мне, собственно, предъявили то, что мы там с мамой прогуливали, и то, что мы там вообще к животным жестоко обращаемся, что я там занимаюсь финансовыми махинациями. То есть, ну, полный бред того вообще, чего, собственно, не было. Суд вынес решение в нашу пользу. И есть аудиозаписи, где представители Росгосцирка просто наглым образом рассказывают те вещи, которые вообще как бы не происходили, о том, что компания Росгосцирк до сих пор кормит наших животных, и, ну, в общем, все в таком духе.
стараются дискриминировать нас в лице общественности, и это очень, конечно, неприятно. Некоторые артисты, я не буду их называть, звонят мне, спрашивают совета, как поступить в той или иной ситуации, как действовать, куда обращаться. Судиться никто не хочет, просто многие, ну, вот так вот рукой машут как бы на все это дело. Кто-то может там обратиться в трудовую инспекцию, но этого недостаточно. То есть вот именно судебные решения могут помочь как-то справиться с этим вопросом. Много было обращений в Министерство культуры, в другие инстанции, постоянные отписки, друзья, даже после того, как мы выиграли эти суды, Министерство культуры никак не реагирует. То есть одни и те же бумаги о том, что мы не можем никак, соответственно, с подведомственным себе предприятиям там справиться, это их решение, то есть, ну, никак не участвуют в жизни артистов, которые попадают в такие неприятности. Вот. Ну, что тут можно сказать? Я, честно говоря, думаю, что нужно продолжать бороться. Артисты, к слову, вот за все свои вот эти вклады в работу, за то, что они покупали костюмы, там, покупали реквизит, ремонтировали его, покупали животных, никаких денег с этого не получали, никакой амортизации не было. Они работали, соответственно, за зарплаты, мы тоже так работали за зарплаты. И компания «Росгосцирк» практически пользовалась всем этим имуществом, зарабатывала себе деньги, и в итоге вот страдают животные, страдают люди. И вот непонятно, к чему все это, друзья, идет. И последнее, что я хотел бы сказать, почему, собственно, такие сокращения происходят, как я уже сказал, что финансовая нагрузка, ну, то есть, типа, высокая, там, да, и они стараются там больше уделять вниманию частным программам. То есть заключаются договора с частными артистами, с частными программами, которые в приоритете у нынешнего руководства Росгосцирка, не те люди, которые являются штатными работниками, и не государственные программы компании Росгосцирк в приоритете, а вот какие-то сторонние такие, людям обычным, вот, которые штатные, не дают особо работать, сокращаются места, снижаются зарплаты, там вообще, ну, просто смешные деньги получают артисты, которые выступают, рискуют своими жизнями и так далее. В общем, кто молчит, после увольнения некоторых берут обратно, но люди лишаются социальных там каких-то гарантий. Если там травма какая-то, никто за тебя отвечать не будет. И так, в принципе, у государственных работников не было никаких страховок, а так никаких больничных, никаких отпусков, никаких гарантий, собственно, ну, ничего у тебя не будет. Если как-то не так там отреагировал на что-то, не так посмотрел, что-то не так высказал, вот, ты в черном списке, и тебя уже не возьмут на работу. То есть, ну, получается реально крепостное право. А люди, которые еще и животными работают, вышел недавно 498 закон об ответственном обращении с животными. Это, кстати, федеральный закон, кому интересно, посмотрите, там 200 страниц о том, как нужно содержать те или иные виды животных, как нужно их там перевозить, ну все, что связано как бы вот с деятельностью с нашей, там, с зоопарками, зооцирками, все там есть. И компания «Росгосцирк», по идее, должна сейчас взять и, ну, сделать все вот эти нормы для артистов, которые работают с животными. Это большие деньги. Есть, кстати, устав компании «Росгосцирк», где обозначается, что компания должна развивать цирковую отрасль. Это системообразующая организация «Росгосцирк» в нашей стране, что должны создаваться новые номера, аттракционы, там, ну, в общем, все должно улучшаться, прогрессировать. Это ровно то, что не происходит в данном момент. То есть происходит ровно наоборот. И вот таким образом, когда увольняют людей, просто во время проверки очередной какой-то инспектор придет из Россельхознадзора и увидит очередное нарушение какое-то. А руководство скажет: это, пожалуйста, вот обращайтесь к артистам, они у нас по договору работают, они за все будут отвечать. Вот таким образом, друзья, создаются вот такие условия, то есть артисты будут... ну, таким вот, не знаю, последней инстанцией, да, то есть к ним будут постоянно какие-то претензии, то есть они будут за 3 рубля работать, ничего они не смогут сказать, и мне бы очень хотелось, чтобы это видео посмотрели мои коллеги, я думаю, что они знают и сами все понимают, что происходит, но просто в силу там обстоятельств, как я уже сказал, боятся высказываться, боятся там как-то реагировать, то есть нет у нас особо лидеров мнений, лидеров, за которыми артисты бы пошли.
К сожалению, мы еще не можем подать какой-то пример такой положительный, потому что сами еще в процессе борьбы находимся. Вот такое видео, друзья, хотел быстро вам рассказать. Я смотрю, 15 минут наговорил. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите комментарии, что вы об этом думаете. Может быть, я что-то забыл, что-то, может быть, хотел сказать. Потом вспомню, как обычно, знаете, видео записываешь, записал, закончил, а потом вспомнил, что надо было еще что-то сказать. Ну, возможно, будет еще одна тема для следующего ролика. Всем желаю хорошего настроения, подписывайтесь, друзья, на телеграм-канал, лайки, дизлайки на ваше усмотрение и до скорых встреч в следующих роликах. Пока!